прошу рассказать немножечко про вот это вот то, что тут есть на столе. И как оно работает. На столе вы видите много всего разного. Да. Вот. Это радиостанции разных стандартов цифровой связи. То есть они поддерживают, в принципе, разные стандарты, да? Да. Да. То есть система Instant Connect, это решение от компании Cisco, представляет из себя набор программных и аппаратных средств, в принципе. И главная задача – это синтегрировать разные виды связи, которые раньше не интегрировались. То есть, потому что радиосвязь – это всегда был отдельный мир, то есть, который и жил своей жизнью. Вот. И для того, чтобы полноценно синтегрировать, Cisco сделал такое решение, как Instant Connect. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что если у вас есть определенные группы, которые включены в цифровую радиосвязь, они могут интегрироваться с тем, что у вас есть, с телефонией, с стандартной телефонией, то здесь на телефоне можно реализовать те же функции, что на радиостанции. То есть даже на обычном цифровом телефоне вы можете нажать push, туток, то есть, чтобы что-то сказать. Сюда можете вывести канал, у вас здесь будет шуметь ваша радиогруппа в вашем телефоне, вы нажали, вы говорите. Точно такую же функциональность можно получить на айфоне, на андроиде. То есть можно поставить соответствующего агента на телефон, иметь кнопку, чтобы push, вернее push, чтобы ток. Да, вот. И вы это делаете, можете использовать. Мало того, система может таким образом быть сконфигурирована, что радиоучастия там вообще не будет. У вас будет система Instant Connect, у вас будет своя Wi-Fi сеть, у вас будут смартфоны с соответствующим приложением, и вы будете пользоваться смартфонами в режиме радиостанции внутри своего, не знаю, какого-то на там офиса, например. Подключение к интернету при этом. Да. Ключевое. А радиостанция общается. Радиостанция живет через радиоканал и работает. Система Instant Connect обеспечивает стык со средой IP. Смартфон со своим приложением уже работает в среде IP. Но функционал обеспечивает тот, который обеспечивает радиостанция. Конкретное применение. Я вот, насколько знаю, радиостанция, ну, вот сейчас не такой применение. Популярный инструмент, но, например, в каких-то пожарных там или экстренных службах. Правильный вопрос. Это действительно очень специфическая сфера применения. Прежде всего, это силовики, разные emergency службы, МЧС. Ну, простой пример, если какая-то, ну, пускай военная или антитеррористическая группа проводит операцию. У нее есть какой-то руководитель, который непосредственно участие в ней не принимает. Но он находится у себя в офисе со своим айфоном и является через агента, который на телефоне, участником той группы, которая непосредственно проводит операцию. Он может сразу сообщать, он может слушать, что у них происходит в канале. Каналы полностью закрыты, то есть никто это слушать не может. Вот одно из применений. А кто приложение само написал? Это тоже специалист? Хороший вопрос. Ну, по всей видимости, да. Оно общедоступно? Да, да. Под Android? Приложение под Android, под iOS можно скачать и установить, это бесплатно. Одно из применений еще может быть, это когда у вас большая компания, корпорация, глобальная корпорация, у вас есть своя фиксированная сеть, и у вас есть много даже радио каких-то сегментов. С помощью этого решения вы можете это связать как угодно, как вам будет угодно. То есть кто-то может контролировать из фиксированного облака мобильную сеть, вот. Кто-то может вмешиваться в группы, кто-то может просто слушать эти группы. То есть диспетчер может руководить несколькими группами, может быть просто слушателем этих групп. То есть, as you wish, как вы заходите, так вы и синтегрируете все это вместе. Понятно. А какой там, ну, допустим, какой-то свой стандарт, как-то вы его назвали? Нет, но система позиционируется как универсальная, которая может синтегрировать разные стандарты радиосвязи. А-а-а. То есть, да. Но да. Более нативно, что ли, более природно, она интегрирует цифровую сеть стандарта P25, открытого стандарта, который очень широко применяется везде. Вот. Но у нас на стенде вы видите стандарт DMAR, тоже цифровой стандарт радиосвязи. Точно так же можно и аналоговые радиостанции синтегрировать, но это будет некоторая потеря функциональности. Вот. А можете демо показать? А демо я попрошу моего коллегу показать. Когда с охоты можешь звонить жене, вот прям с охоты. Вот. Сейчас. Мы сейчас быстренько. Если можно в карман. Да не нервничай, уже слушай, руки дрожат. Ну, на самом деле все просто.
Есть возможность сделать вызов. Запустить приложение. Да, запустить приложение и сделать голосовой вызов с мобильного телефона в радиоподсистему. Вот, нажимаем кнопочку и говорим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, есть эхо, потому что все радиостанции включены. А обратно? Петли. Сейчас сделаем обратный вызов. Куда, куда мне? Куда нажать? На аппетите вот сюда. Оно включено вообще? Да, надо. Нет. Наверное, разрядилось. Слушай. Умерла? Давай другую. Можно здесь. Раз, два, три. Где микрофон здесь? А на что нажать нужно? Да, на аппетите. Вот эта кнопочка за аппетите. Раз, два, три. Там не слышно раззвука. Все поразъезжалось, короче. Раз, два, три, четыре, пять. А громкость где у нас? Так, что у нас с элементами того? Раз, два, три, четыре, пять. О, работает, но тихо, да? Раз, два, три, четыре, пять. О, работает круто. То есть я могу на охоту брать радио, да. И прям жене звонить. Круто. Совершенно верно. У нее будет стоять рация, она будет все ваши разговоры, ваши мужские группы. Это сомнительное преимущество вообще. Спасибо большое.